श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधार शिव सरि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधार शिव सरि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री भक्ति सुंदर गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय श्री भक्ति रक्षकदार देव गोस्वामी महाराज की जय ओम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भगवान ठाकुर श्री रूपानु गुरुवाग की जय जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय Ну что, дорогие друзья, я еду на машине в Таиланде, в гостях у художников, возвращаюсь в Чинмай. Придется, правда, переночевать в Бангкоке, но что могу сказать? Судя как бы по виду из окна, как вы видите, пальмы и елки. Вот. Ну, как бы пальмы напоминают елки, елки напоминают пальмы. А так в целом очень замечательная страна, Таиланд, 20-е место в мире по экономике. Никакой нефти, никакого газа, просто король, королевство. Да, и просто, ну, понятно, есть коррупция, есть все жизненные пороки мира материи, но при этом как бы есть порядок, и у людей есть вера в том, что король их защитит. Вот. Удивительно, что такие страны, как Таиланд, у которых нет ничего, кроме благословения, благословенной земли и, можно сказать, устойчивой монархии, да, они как бы привлекают огромное количество туристов. Но не только там красотами, потому что туристы могут ехать здесь и в Бирму, и в Лаос, и в Камбоджу. Но для тех, кто бывал в Бирме, Лаосе и Камбодже, все знают, с Таиландом это не сравнить. Почему? Потому что люди цивильные, более вежливые, так сказать, инфраструктура гораздо более развитая. И отсюда мы видим, что вот, ну, как бы монархия, да, она описана в Ведах и дает свои как бы позитивные плоды. Единственное только условие этой монархии, то есть разница между монархией и диктатурой в том, что монархия – это царь, который любит своих подданных и желает им всего блага. Прежний король, который не так давно оставил этот мир, он имел два образования в США. Одно, значит, инженерное, другое – агрокультурное. Да? Он родился в США, но, ну, понятно, таец, родился в США, получил образование, но так получилось, что в силу, так сказать, семейной династической ситуации, то старшие, так сказать, родственники решили, что преемником будет он, а он в целом, как бы, ну, такой, как бы, творческий человек, играл на гитаре, там, выступал в джазе, учился в США, женился на тайской девушке благородного рода, но, собственно, ну, не думал, что он будет, так сказать, править страной. И вот почти до 100 лет, больше 100 лет он правил страной. И люди его очень-очень любили. Да? Он был королем-аграрием, королем-инженером. Перестроил все дороги. Видите, здесь автобаны. Завез сюда производство агрокультурное. То есть в Таиланде стали выращивать те культуры, которые раньше не выращивали. Они были нетрадиционные. Да, там, такие как рис, например, да, он стал выращивать очень много культур, сделал целую такую орошение, можно сказать, агрокультурную революцию Таиланда. Ну и также, как будучи инженером, он очень как бы четко понимая, что нужна своя инженерия, создал Чинмайский университет, Бангкокский университет, привез иностранных профессоров и запустил тяжелую промышленность. И Таиланд, который, ну, так сказать, был такой достаточно, ну, почти загибающейся страной, вошел в двадцатку
индустриальных стран мира в двадцатку, ребята, то есть, понимаете, да, о чем идет речь, вот. А, хотя страна не маленькая, может быть, по размеру она примерно как Украина, но все же для большинства людей, ну, это какой-то пляж, это какая-то там природа, но, так сказать, вера древняя, ведическая, тоже осталась здесь, в Таиланде, очень активно. Герб Таиланда – это Гаруда, вот, но в какой-то определенный несколько сот лет тому назад произошла такая, можно сказать, атеистическая духовная революция, и буддизм стал главной религией. Собственно, как вы знаете, что буддизм, он был, ну, можно сказать так, изгнан из Индии последователями Шанкарачарьи, и поэтому многие буддийские монахи, они буквально бежали, так сказать, в Восточную Азию, Китай, Японию, и активно стали внедрять буддийские идеи. А вообще до этого все короли, их по-прежнему зовут Рама. Рамаяна является национальной историей, частью национальной культуры. Ее регулярно играет тайский театр, там туристам ее показывают. И в честь великого царя Рамы, как бы, ну, вот так вот зовут всех королей. Рама первый, Рама второй, Рама третий и так далее. Ну и король, естественно, делает ведические обряды, в том числе как распахивание земли. И тут, если там какая-то засуха, то местные крестьяне говорят, надо там делать жертвоприношения, обряды. Ну, поэтому тайцы, конечно, очень суеверны. Дерево тулось у них растет на каждом углу. Они берут его листья и бросают в еду. К сожалению, в силу того, что изменилась парадигма, и хотя ведическая, как бы, культура в какой-то степени также осталась в Таиланде, но буддизм, как бы, сделал свое дело, и люди, по большому счету, очень лояльно относятся к любой духовности, к любым проявлениям, но, так сказать, будучи монархистами, так сказать, имея свои скрепы, они не предпочитают интересоваться в большинстве своем философии, а просто для них, так сказать, банально склониться и верить, это вот достаточно. Ну, друзья, не будем тайцев, так сказать, оставим тайцев, какие горы красивые там, едем. Оставим тайцев, как бы, тайцам, а для нас Таиланд — это уникальное место, где есть наш проект, наши миссии, в большей степени связано с тем, что здесь живет Госвами Махарадж. Это близко к Индии, буквально там пару часов лететь до Калькутты. Иногда можно долететь в Индию отсюда за $70-80, если заранее брать билет. Ну и, естественно, очень близко к Китаю, сюда приезжает много китайцев. Вот, и китайцы приезжают в гости, потому что проповедовать в самом Китае сознание Кришны напрямую достаточно сложно. Он такое тоже постсоветское государство, но китайцы очень любят приезжать сюда на посвящение, на такие семинары, и, в общем-то, наша миссия, она так очень успешно базируется здесь. Я бываю здесь несколько раз в году, сейчас мне посчастливилось пару месяцев посидеть на самоизоляции. Я честно скажу, что это были, наверное, одни из самых лучших месяцев в моей жизни, потому что впервые за долгое время я смог находиться где-то на одном месте. Практиковал там голодание, пранаяму, дыхание, в общем-то, прогулки. Но при этом, как бы, не забывал каждый день слушать Шримад-Бхагаватам. Вот, знаете, да, там, вел регулярные касты, открыл YouTube-канал, писал книгу. В общем-то, я понял, что либо метаться, либо где-то сидеть на одном месте какое-то время, и тогда можно сконцентрироваться на производстве контента. Вот, и действительно уже, как бы, видите, седая борода, я уже больше на дедушку похож. Вот, и, ну, поэтому времена изменились, давать вот так вот лекции. Раньше, я помню, мы там придумывали какие-то плакаты, печатали их типографиям, ездили в какие-то города, клеили эти плакаты на остановках. И поскольку мы пытались ловить, как бы, золотую рыбку в океане, то редко достаточно заходили люди, которых действительно интересовала глубоко ведическая тема.
Но, тем не менее, мы получили глобальный, наверное, опыт, скажем так, проповеди, какой-то практики. И, ну, знаете, всегда очень сложно начинать любые духовно-религиозные процессы с нуля. На это, во-первых, уходят годы, ну, во-вторых, как бы надо самому еще созреть, да, то есть, чтобы созрела вот эта вот группа преданных, верующих, среда. Вот, это не так все просто. И поэтому ни о чем не жалею, ни в чем не сомневаюсь. Может быть, жалею только, что могу больше делать для Кришны чего-то. Но не сомневаюсь ни в чем, потому что, глядя на своих там друзей, одноклассников, там даже родственников каких-то, я вижу, что их жизнь абсолютно бессмысленно протекает, а моя жизнь полна событий, приключений, света, радости. И как бы поэтому думаю, что Кришна был очень милостив, то, что дал такую возможность служить. И все это благодаря нашим замечательным учителям. Вот сегодня день ухода Шрилы Бхактивинода Такура, Сачитананда Бхактивинода Такура. Вообще, первый раз я прочел книгу Бхактивинода Такура, ну, наверное, в 20 с чем-то лет. Недолго после принятия сознания Кришны я был поражен. Ну, во-первых, книжки Шрилы Прабхупады очень ценные, очень важные, но они очень большие, и там такие круговые комментарии. Бхактивинода Такура, он прямо как бы в точку, по делу, и очень коротко, и очень, удивляешься вообще Бхактивинода Такура, откуда в каждой теме, про которую Бхактивинода Такура пишет, что наука, что Шримад Бхагаватам, что, там, не знаю, ну, любая тема, там, вайшнавизм и культура, вайшнавизм и ислам, вайшнавизм и, там, история. Такур, он прямо, гениальным образом излагает тему, и недаром один из основателей Амрита Патрики Базара, в то время это была очень влиятельная газета, назвал Бхактивинода седьмым Госвами. Мы все знаем с вами про шесть Госвами, да, спутники Махапрабху, можно сказать, шесть главных апостолов, из которых самый главный Рупа Госвами, потом Санатана, Джива, естественно, Гунадас Госвами. Но Бхактивинода Такура назвали седьмым Госвами. Почему такое особое положение? Потому что Госвами, они фактически учение Шри Чайтанья изложили в совершенно уникальной, понятной, доступной системной форме. Ну, тут надо понять, что с одной стороны, Шри Чайтанья Махапрабху не приносил ничего нового. Он проповедовал Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, сознание Кришны, и в этом смысле до него был Мадхва-ачарья. Но поскольку Махапрабху сам, это написано в книге Бхактивинода Такура «Навадвипа Махатмья», обещал принести самое главное знание, а остальные ачарьи всего лишь навсего, по его словам, готовили почву, то вот это самое главное знание досталось Госвами. Именно они должны были систематизировать. А что же за это за самое главное знание? Давайте поговорим об этом. А это самое главное знание – это раса татва, наука о расе. То есть то, что написал Рупа Госвами, Бхакти Раса Брида Синду, это наука о взаимоотношении Кришны и души на Голоке Вриндавана. Первое, да? Второе. Вайшнавы, то Махапрабху описывали и космологию там, и комментировали Шримад Бхагаватам. Но раскрытие Кришна-лилы через учение Гауранги, через жизненный путь Гауранги, через его личный пример и через те самые главные наставления, которые он дает Рамананда Рай, Санатана Госвами, Рупа Госвами, вот это все легло в основу произведений Госвами. И также мы знаем, что там Бхагаватам, Гарга Самхита и другие ведические произведения Госвами, они уникальным образом не просто описали Кришна-лилу, они ее систематизировали, разбили на части до такой степени подробно и системно, что эти писания не рекомендованы для изучения неофитов. Почему они не рекомендованы для изучения неофитов? Потому что
могут сложиться о Кришне очень такие человеческие подробности, что он там ловелас, наслажденец, а на самом деле он таким образом в высшей степени проявляет свою милость, вступая в отношения с освобожденными душами. Понятно, противоположного пола. Поэтому в этой связи мы с вами понимаем, что то великое учение, которое принесли Госвами, оно должно быть переработано и понято. А тут как бы Рупа Госвами отдельно вот там, поэтому даже распили Самбанда Абидея Прайоджан Татва Ачари. Да, Рупа Госвами он выдал Прайоджан, это самый важный процесс преданного служения. Санатан Госвами дал Самбанда Гьян, то есть построил фундамент через Прихат Бхагаватамриту и другие свои произведения. Он показал просто, что такое бхакти, почему бхакти за пределами мира материи, почему в этом мире невозможно быть удовлетворенным ни на одном уровне бытия. Рагунат Дас Госвами, кстати, трансцендентный юморист, потому что если вы будете читать его определенные работы, которые, опять же, мы не рекомендуем для изучения неофитов, вы увидите, что жизнь Кришны – это, ну, такой, как бы, КВН, стёб, прикол и всегда, как бы, такая драма, да, как все как в индийском кино. Джимми-Джимми, Ача-Ача. Почему? Потому что, ну, извините, Господь живет полноценной жизнью, полной любви, событий. Да, он общается на своем там языке, рассказывает свои анекдоты, устраивает какие-то смешные потасовки, да. Но если учесть во внимание, что это делает Господь, тогда мы понимаем, откуда у нас с вами вульгарные шутки, откуда мы с вами хотим наслаждаться, но а почему мы с вами хотим приколы смотреть, смеяться, откуда это все, да. Но опять же, нужно понимать, природа Господа трансцендентна, и его сладостная лила, которая очень похожа на человеческую, она не построена. То есть, например, шутки Кришны, я извиняюсь за выражение, не генитальные, не низкой природы, да, не вызванные похотью и ассоциациями похотливыми. Эти шутки вызваны любовью, взаимностью и его внутренней чистотой. Помните о том, что Господь, он все-таки безгрешен, несмотря на то, что, казалось бы, Господь великий грешник, и почему бы нам не погрешить с вами немножко, да, не копировать его. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в мире эксплуатации. И вот Бхактивинод Такур, он понимал, что это очень тонкие, глубокие идеи. И чтобы подвести человечество к пониманию сознания Кришны, нужна фундаментальная основа. Помните, вот мы с вами приходим, мы начинаем учить там шутки, прибаутки Кришны. Мы начинаем изучать Бхагавад-гиту, науку о бессмертии души, там, взаимоотношения с Богом. Мы хотим установить какую-то там веру, которая за пределами гун, страсти, невежества и благости. Мы хотим понять мотивацию. То есть это все, ребята, требует определенного времени, может быть, не одной жизни. Но, тем не менее, если мы говорим о глубоком богопонимании, то, ребята, это вопрос вообще эволюции бытия. И вот Бхактивинод Такур, он дает очень-очень такое системное описание всех процессов и описывает даже все возможные заблуждения, с одной стороны, да, а с другой стороны показывает правильные шаги и раскрывает грани духовной жизни. Например, одна из его маленьких работ – это мультилевел маркетинг святого имени. Слово мультилевел маркетинг появилось, ну, буквально, так сказать, может быть, там, в конце 20 века, но Бхактивинод Такур еще в 18 веке, в конце 18 века вводит такое понятие, как мультилевел маркетинг, то есть, иными словами, маркетинг, продвижение от личности к личности. Ну, вы скажете, а что в этом такого? Но Бхактивинод Такур описывает принципы сознания Кришны как рынок святого имени. Лейтенанта Прабху там как бы является главным директором этого рынка святого имени, да? Махапрабху – это само святое имя Кришна Чайтанья, да? А Нитинанда Прабху, он распространяет это святое имя. И есть разные дистрибьюторы. Кто-то там покупает оптом, перепродает в розницу, кто-то дистрибьютор на целые страны. Ну, как все, то есть он показывает с точки зрения экономики, да? Потому что в экономике есть такое понятие, есть продукт, товар, а как его распространять? И Бхактивинод Такур говорит, ну, хорошо, ребята, если вы, что хотите понять больше, как мы должны проповедовать, давайте представим, что вот этот рынок святого имени – это самый ценный товар. Вы такие, о, товар, типа, что мы продаем что-то? Он говорит, да, мы продаем, но наша валюта – это вера. Соответственно, у тебя есть вера на копейку, на пятак, на полтинник или на безразменный рубль. И
И вот он говорит, когда у тебя помнишь сказку про безразменный рубль? Вот когда у тебя вера на безразменный рубль, вот тогда ты можешь быть капиталистом, да, ты можешь покупать и продавать святое имя, потому что вера твоя позволяет тебе это делать. Ребята, обратите внимание, то есть очень понятным языком Бхактивинода Тхакур объясняет нам принципы развития веры. Он объясняет нам, что святое имя – это основа всего, да? И он говорит, ребята, святое имя как молоко. Если ты вовремя не выпил молоко, оно прокисло, молоко не виновато. То есть он говорит о том, что если мы с вами обрели святое имя, но в процессе оскорблений мы утеряли его, опять мы должны просить святое имя у вайшнавов. А опять же, воспевание святого имени Санкиртана – совместное воспевание, понимаете, потому что у нас может не быть качества святого имени. Многие получают посвящение, а потом Харе Кришна. Они не могут повторять Харе Кришна, потому что греховная природа. Поэтому только в обществе вайшнавов мы можем воспевать святое имя. И Бхактивинода Тхакур очень четко рассказывает. Это одна его маленькая работа. Да. Или, например, он пишет книгу «Харинама Чинтамани», где Чайтанья Махапрабху беседует с Харидасом Такури о славе святого имени. Или «Навадвип Дама Махатмию», где Джива Госвами путешествует вместе с Нитинандой Прабу по Навадвипе, и где Нитинанда Прабу раскрывает ему тайны Навадвипа, рассказывает ему истории, которые происходили там тысячелетиями. И у нас возникает вопрос, а кто такой Бхактивинода Тхакур? Если он имеет столь глубокий доступ в архивы священных писаний, то есть высшую реальность, конечно же, Бхактивинода Тхакур непростое живое существо. Вообще, исходя из его литературного опыта, он был семейным человеком, там, работал судьей, начальником полиции, то есть, понимаете, да, то есть Бхактивинода Тхакур внешне казался светским человеком, но внутри это был величайший святой, настолько высокого уровня, что человечество его даже не раскрыло. И вот он прожил всю свою жизнь и оставил нам Бхактисиддханту Сарасвати, да, который, ну, как бы принял садху, да, он просил Господа, пошли мне одного из своих слуг, чтобы распространить эту твою идею. То есть Бхактивинода Тхакур, он как бы является олицетворением или инкарнацией, там, не знаю, Гададхара Пандита. Гададхар Пандит – это то, что связано с Радхарани. Мы говорим, без Баладевы, без Нитинанды, без Радхарани невозможно распространить духовное сознание. Почему? Поэтому, потому что Баладева, и, ну, в Бхагаватам, вот, в третьей части Бхагаватам, там описывается такой момент, достаточно интересный, который вообще глубоко достаточно раскрывается в йога-шастрах и в комментариях разных, типа Мадвы и так далее. То есть у нас есть как бы чатур-вьюха, проявление Господа Баларама, из которого исходит Прадюмна Санкаршана Анирудха и Васудева, и из него творится все бытие, и в частности наше эго, ложное эго, тоже проявление Баладевы. То есть, иными словами, ложного ничего нет нам в духовном плане. Эго, ложное эго, говорится, что мы его пропускаем через свой фильтр сознания, мы думаем, что мы и есть тело, я там Вася, Петя, Маша, на самом деле ни тело, ничего нам не принадлежит, мы попали в виртуальную социальную такую сеть, в виртуальный мир. И Баладева главный программист, и он же из себя, как программист из своей головы, создает с помощью цифр программу. Также и Баладева проявляет из себя ложное эго, в котором есть такие функции, как восприятие бытия, там, взаимодействие с материей. И йоги говорят, что кундалини, энергия кундалини, которая живет в позвоночнике, это ананта, да, это олицетворение ананта. То есть и Господь, он также присутствует в своей кундалини-шакти. То есть он некая энергия, которая спит в нас. И пробужденный йоги, пробужденный преданный, ну, пробужденный йоги, он с помощью кундалини обретает просветление, а пробужденный преданный, он еще выше. Да? Для него это уже не просто какая-то абстрактная энергия кундалини, а это Баладева, гуру. И он через, по милости Баладева, обретает Кришна-прему, любовь к Кришне. То есть это положение Баладевы. Положение Радхарани, естественным образом, понятно нам онтологически, что без Радхарани никто не может по-настоящему поклоняться Кришне. Только Радхарани обладает высшей способностью в своей женской ипостаси удовлетворить сокровенное сердце Кришны. То есть, иными словами, мы маленькие души, но где наш потенциал, будучи бесконечно маленькой частичкой Господа, удовлетворить его безграничную потребность любви?
И поэтому без служения Радхарани, да, то есть вот как бы, понимаете, да, то есть мы, наш маленький компьютер не может в себя вместить интернет, но он может быть частью интернета, да, даже наш мобильный телефон. И обмениваться там файлами, информацией, как вот мы сейчас происходим. Но если я скажу, я сам для себя создам Инстаграм, я сам для себя создам мобильный телефон, и сам себе буду на него звонить по своей собственной локальной сети, то ты скажешь, ты пойми, что твой девайс только должен быть подключен к общей сети, тогда ты получишь от этого благо, да? Если ты скажешь, я человек свободный, мне своя собственная сеть нужна, тогда ты будешь конкурировать со всеми остальными, и ты не сможешь это сделать. И поэтому мы обладаем с вами определенной божественной природой, но всегда возникает вопрос, какое ее количество и какое качество, да, понимаете? То есть мы с вами живые существа, но до какой степени мы по-настоящему живем? То есть можно существовать, там, есть, пить, испражняться, там, проверять почту, там, оплачивать свои счета, совершать механическую работу и говорить, что я работаю только потому, что мне нужно жить. Сейчас такая как бы идет эпоха постмодернизма, где над всем надо степаться и все нужно вульгаризировать, потому что все уже понятно, понимаете, да, то есть такой материалистический, все понятно, то есть такой как бы, а из него выходит новая эпоха, которая называется трансгуманизм, когда как бы уже в человека можно заменить чем-то, да, то есть вот способности там коммуникации человека заменяются мобильными девайсами, а вот мы еще человеку в голову как бы вставим какой-то там чип, а вот, понимаете, да, то есть такая некая идея, что вот там не нужна твоя печень, вставим тебе другую или вырастим новую, или вообще там тебе сделаем пластмассовые ноги и руки, то есть такая некая идея, раз уж материальный мир, то мы часть материи, так давайте уж так эту материю эксплуатировать еще больше. Зачем нам ноги, если мы себе поставим там гусеницы, которые быстрее будут ездить? Отрежем ноги, поставим гусеницы. Это такая некая утопическая, конечно, идея, но поверьте мне, что все эти идеи попадают в голову материалистам. И есть другая идея, вайшнавская идея, наша с вами идея, да, то, что мы существуем в этом мире временно. Мы пришли в этот мир меняться и трансформироваться, но такие великие личности, как Шрила Бхактивинода Тхакур, они не пришли сюда, как мы, да, то есть как падшие души. Они пришли сюда исключительно из высшего сострадания и любви к нам, да. И если сравнить Бхактивинода Тхакура, то он дал нам неизмеримо больше, чем Христос. Вы скажете, как так? Христос более раскручен, его лучше знают. Возможно, да, то есть, Джон Леннон, он хорошо еще говорил в свое время, основатель Битлз, он говорил, я более популярен, чем Христос, и что? Поэтому стоит не вопрос, стоит о популярности Христа. Если мы увидим те великие ценности, которые явил нам Бхактивинода Тхакур, то эти ценности, безусловно, выше, чем ценности, которые явило христианство, даже сам Спаситель. И таким образом Шридхар Махарадж, он написал прекрасную поэзию о Бхактивинода Тхакуре, и в этой поэзии есть несколько потрясающих строчек, когда йога стала оружием мести, когда религия стала престижем, да, когда все, вот мы сейчас живем с вами в обществе, где все ценности перевернуты с ног на голову, да, там, мы говорим, когда разрушается общество, когда невинных наказывают, а виноватых поощряют. Вот мы сейчас с вами живем в этом обществе, мы видим, что там какого-то блогера могут посадить там за картинку, да, там, а какого-нибудь там чиновника, который там ворует сотнями миллионами, ему могут дать орден там, великого там, вот, заслуги за отечество. Да? То есть, дали орден такой, что вот, никто из тех, кто воровал, так просто не умел воровать. Вот, давайте дадим ему орден. Понимаете, да? То есть, и вот поэтому мы с вами живем в таком как бы удивительное время. И это время Кали-Юги, да, то есть не надо, мы сами этого времени достойны, поэтому не надо всех обвинять, надо также понять, что мы также попали в это время, но мы удачливые души, почему? Потому что мы попали с вами в сознание Кришны, и поэтому не стоит друг на друга сильно смотреть какие-то косяки, сейчас время уродов, я вот всегда говорю, ребят, понимаете, как бы, чтобы научиться себя любить, надо научиться себя хотя бы ненавидеть. Да, то есть он говорит, вот полюби себя, а в чем любить себя? Любовь к себе это себя научиться требовать.
А чтобы научиться себя требовать, нужно понять, где наши минусы, где наши плюсы. Да, если я там, я понял, там, вот я жирный, больной, уволень. Да, но если я буду себя любить, залюблю себя так, что буду еще жирнее. Но если я буду себя ненавидеть и говорить, нет, с вами, давай, это, ну, мало ли, что ты гуру. Но для своего гуру ты ученик, да. А может быть, ты должен смотреть, как 22-летний парень показывает, как правильно надо приседать. Потому что ты можешь быть гуру, но не в приседании. Ты можешь быть гуру в Харе Кришна. А может, даже и не гуру в Харе Кришна. Поэтому учись, образовывайся, да, учись. Но если Шрила Бхактивинод Тхакур прольет на нас свою милость, дарует нам свое благословение. А как нам получить благословение в Шрила Бхактивинод Тхакур? Это изучать его духовное наследие, друзья. Вот постарайтесь прочитать какие-то вот книги. Читание Шикшамрита, Татва Вивека, Кришна Самхита. Там. Ну, это, кстати, на русском языке издано. Я думаю, в PDF их можно найти. Там. Потрясающие книги. Вообще, я шокирован Бхактивинодом Тхакуром. Я, конечно, I'm sorry, как говорится, что у меня нет времени сидеть и читать их снова и снова и снова. Потому что каждый раз, когда ты открываешь для себя Бхактивинода Тхакура, ты понимаешь, что там просто настолько глубоко заходит, что вот эти все материалистические там современные идеи, которые в интернете, это просто детский сад. Но их надо пропускать через себя, проговаривать, переосознавать. Понимаете, ребята, в чем важно для нас с вами ежедневное общение. Проповедь называется Санкиртана. Потому что деньги хороши в обороте. Да? Постоянно деньги лежат под матрасом. Извините, они становятся матрасом. Они уже не деньгами. А вот когда деньги крутятся в экономике, в инвестиции, когда деньги делают деньги, когда они покупают социальный продукт, вот тогда мы можем понять ценность денег. Да, ценность денег определяется тем, что на них можно купить. Также ценность духовного знания определяется тем, как мы это духовное знание реально влияет на нашу с вами жизнь. То есть, как это духовное знание влияет на нас с вами. И вот если мы пойдем по такому пути, то мы увидим, что Бхактивинод Тхакур, в отличие от множества великих святых, он прямо вообще в точку попадает. Он прямо говорит суперсовременным языком, хотя это даже уже больше, там, больше века, больше 100 лет. Вот. И он один из любимых вайшнавов, потому что он еще написал поэзию потрясающую, такие книги, как «Шаранагати», мы еще поем его песни, и поэтому он 7-й Госвами. Сегодня день его ухода, Джай Шрила Сачинанда Бхактивинода Тхакур, Ки Джай, а завтра Гундича Марджа, завтра фестиваль помывки храмов, поэтому храмы должны, вот все, кто в храмовые меня смотрят, завтра надо заняться помывкой храма, потому что скоро уже Радхаятра Господа Джаганната, и сам Чайтанья Махапрабху, участвуя в Радхаятре, показал, что для Господа нужно все самое лучшее, самое чистое, не только чистой водой, но чистым сердцем. И храм Гундича, а это место, которое представляет собой Вриндаван, потому что Джаганнатхапури – это уникальное пространство, где как бы Дварака и Вриндаван стыкуются друг с другом. Как бы, да, два плана бытия. И Господь Джаганнат – это как бы Кришна в Двараке, который испытывает невероятное чувство любви к Вриндавану. И это описывает Санатана Госвами в Брихат Бхагаватаре, там, как Господь болеет и мечтает быть во Вриндаване. То есть он находится в Двараке, но его сердце во Вриндаване. И он движется во Вриндаван, и там, во Вриндаване, он обретает Даршан Гундичи, то есть Кришна на даче, да, то есть, знаете, как вот в городе хорошо, но я, мое сердце всегда на даче, вырваться на дачу, вырваться в свой маленький камерный мир, где не нужны ничего, кроме лесных цветов, павлиньих перьев, не какие-то там царские регалии, да, где юношеская чистая любовь, помните, там, первая любовь в 16 лет, Кришна всегда пребывает в этой юной, свежей любви, да, его имя Навайована, всегда юный. И вот там, во Вриндаване, Кришна чувствует сам собой, сам себя. Бог хочет почувствовать себя Богом. Знаешь, да? Удивительная вещь. И кто им позволяет это сделать? Его преданные, возглавляемые Радхарани и Баладевой. Ну, вот так, друзья, такие удивительные реалии нам известны с вами по милости вайшнавов. И сегодня вот мы еще раз говорим о Бхактивинода Тхакуре, о таком удивительном вайшнаве, который не только обладал самым сокровенным пониманием этой лилы, но создал тот контент духовный, да, литературу и
фактически он является отцом Бхактисиддханты Сарасвати Такура, то есть, ну, он, можно сказать, нашел место явления Чайтанья Махапрабху, родил сына, который гуру наших гуру, Шридхара Махараджа, Прабхупады, ребята, вообще, как бы, да, то есть, и это все сделал ты, Бхакти Винод Такур, простой, скромный человек, который показал всю свою жизнь, что, ну, как бы, Бхакти Винод Такур не был маргиналом, у него было 9 детей, у него была жена, он был там магистром Джаганата, образованным человеком, он из такой аристократической семьи, каястх. Каястхи — это не браманы, это администраторы, да, такие как бы вайши, кшатрии, скажем так, да, ближе к вайшам. Вот, то есть, но для всех очевидно, что Бхакти Винод Такур — это обитатель мира Галоки Вриндавана. И он пришел, чтобы явить нам это удивительное сокровище сознания Кришны. Помните, Анарпита Чарам Чарит Каруна Аватарам, что никогда еще прежде не было столь удивительного нишествия, как нишествие Махапрабху. И поэтому, как говорится, боги, йоги, все мечтают соприкоснуться с милостью Гауранги. Друзья, нам трудно это вообще осознать, потому что для нас... ну, там, ни ведический мир, ни мудрецы до конца еще не раскрыты. Мы очень смутно представляем себе, да, то, что там, все веды, все йоги, все мистики, они склоняются перед Гаурангой, потому что столь сокровенная, столь интимная раздача, столь глубоких божественных идей, таких как Кришна Према, раскрытие Вриндавана. До Вриндавана даже великие мудрецы такие брихаспати добраться не могут. Да, уже не говоря про Индру и Брахму. Вот. И это дал ты, Шри Чайтанья Махапрабху, через таких личностей, как Бхакти Винод Такур. Вот такой замечательный день сегодня, друзья. Очень вам рекомендую глубже знакомиться с духовным наследием. Вот я сам смотрю и думаю, господи, как рад, что я сидел на этой пандемии. Хоть было время там книжки читать. И... Ну, потому что, знаете, когда там я все время в дороге, все время общаюсь там, люди, там какой-то, то есть, там бизнес, организация, там, ну, то есть, я понимаю, что у меня просто на себя время совсем нету, но я понимаю, что самое ценное, ради чего я это делаю, это внутреннее сокровище сознания Кришны. И, ну, может, просто я, то ли я старею, то ли умнею, не знаю, то ли, может быть, там спесь уменьшивается, да, потому что я активный человек, я не какой-то там святоша, знаете, который там играет из себя роль такого очень трансцендентного, глубокого человека. Я простой материалист, грешник. Но Гурудев пролил на меня милость. И я чувствую, чем больше я в это погружаюсь, тем больше я понимаю, насколько это действительно милость. Да? Потому что я вижу людей там и с деньгами, и с положением. И я вижу, насколько меня не привлекает ни их жизнь, ни их богатство. Потому что я вижу, что это просто все впустую. И с другой стороны, когда я сажусь читать Бхакти Винод Такур, я думаю, как этот человек, да, ну, можно сказать, простой там, ну, скажем так, индиец, там, в 18 веке писал такие вообще запредельные вещи, так современно и понятно для таких людей, как мы. И потом ты понимаешь, это не мог простой человек делать, это какой-то только, какая-то удивительная личность. Джай Шри Бхакти Винод Такур, Ки Джай, Шри Хринам Санкиртан Ки Джай, Шри Бхакти Вринда Ки Джай. Ну что, друзья, я очень рад, что была такая возможность. Я подумал, в воскресенье сегодня не буду выходить поздно, потому что едем на машине, пока там найдем еду, место для ночлега, а завтра рано утром вставать. А пока вот дневной свет, можно, ну, так сказать, стримить с дневным светом прямо из машины. Поэтому надеюсь, что вы меня нормально слышали. Вот. Ну, на это и есть такой живой стрим, чтобы мы общались, поддерживали друг друга. Я надеюсь, что завтра вы поучаствуете в какой-то храмовой уборке, хотя бы в сердце, прочитаете эту часть деяний Гуранги о Шри Джаганнатхе Радхаятре и Гундиче Мардже. Это есть Чайтанья Чаритамрите. Вот. И, ну, что вам скажу? Воспевайте святые имена Гуранги, воспитайте святые имена Кришны и славьте таких великих вайшнав, как Бхакти Винод Такур. Радуйтесь, то, что в этой жизни вы получили соприкосновение, да, с удивительным сознанием Кришны. И я для себя вообще открываю все больше и больше каких-то маленьких граней, деталей. И я думаю, вау, насколько это круто. Ну,
надеюсь, что некий такой толчок энтузиазма я вам передал, поделился с вами. Ну, а вы продолжайте поддерживать этот внутренний огонь санкиртана в себе. Харе Кришна, всего хорошего. Всем поклоны.